Добренького всем здоровечка! Вы на канале Крылья Нью-Джерси. С вами Дмитрий Геллер, создатель канала. Еду на шоу. Дело было 14 октября 2023 года. Долгожданное шоу. Наше первое шоу, клубное шоу. Клуб, которому уже не уроку 58 лет. Сзади меня висит белый судейский халат. И еду судить почтовых. Ух, дело серьезное. Закрутил ус. Для тех, кто меня не знает или впервые на канале, для гостей или новых подписчиков, пару слов о себе. Геллер Дмитрий Александрович, уроженец города Одессы. В данное время живу в США, последние лет так 30 с чем-то. Все эти годы держу голубей. Выиграл 32 выставки, стал вторым на национальной. 4 публикации в национальном журнале «Голубином». Выполнил нормативы мастер-бридера и стал штатным судьей. Дорогие друзья, поставьте лайк, нажмите колокольчик. Только таким образом работает алгоритм YouTube. Только таким образом мы сможем дать возможность с вами другим посмотреть это видео. Еду на шоу. Дело серьезно. Закрутил ус. Увидимся там. Приехал загодя, немножко пораньше. Вот тут вот сделали такой sell section, где продаются голуби. Голуби продаются внутри и наружу. Люди прибывают, это приятно. Вот ребята. Guys, where are you from? Yonkers. Yonkers, New York, right? Yeah, New York. Oh, how far? About an hour away. Вот ребята из Нью-Йорка, с Yonkers, час езды, привезли Будапешт. Будапешт. $25 за штуку. $20, $25, right? It's different, yeah. It's $25, it's $20. Uh-huh. Different flying teams. Вот они говорят, что до 5 часов летают эти голуби. Очень они стали популярны тут у нас в Нью-Джерси. Я помню, годы тому назад, hardly anybody had them, but right now they're so popular. Стали такие популярные. All right, guys, good luck to you. I'll see you at the show. Thank you, man. Идем дальше. Быстренько пробежимся по улице. А вот идет мой знакомый Стив Бирелли. Стиви, what's up? Hey, what's up, buddy? How are you? Good. I'm making a video for my YouTube channel. How you been? Good. Okay, what do you have over here? Owls? Yeah. You bought the owls? They were tail owls and Paul was home. Oh, nice. Good for you. Стива знаю лет 25. Вот он купил каких-то совушек. Темнохвостых. Тут ребята тоже из Нью-Йорка. What is this? Tipplers? Tipplets. These are tipplets. Видите? Tippler cap. Tipplets. Baldies I got over there. Видите, ребята, насколько... Lace tipplets right there. Lace cap. Угу. Эти типлеры похожи на этих будапештов по масти. Я даже не знаю, может, они даже где-то и пересекаются. В голубях ничему не удивляемся. Порода. Что такое? А вот и дядя Ваня. Здрасте, дядя Ваня. Доброе вам утречко. Ну, смогли добраться? Добрался. Увер взял и пришел. А, молодец, молодец. Так что, уже шапку купил. Уже шапку купили. О, красивая шапка. Хорошо. Дядя Ваня. А, вот Иван. Да, я сейчас погуляю немножко, да? Привет, Ваня. Я погуляю немножко, поснимаю немножко. Я еще не был там. Я знаю, да. Я же был. Да, идите посмотрите Будапештов вот там. Я видел уже. Ага. Там есть пара красных. Так. Я бы самца красного взял. Ну бегите, покупайте. Я не могу с ним говорить. Подождите, я сниму видео, я вам помогу. Так, ну, это здорово, что приезжают знакомые. Вань, привет, как дела? Нормально. Да, и ты видел, там Будапешта есть? Смотрел уже, да? Да. Пойду вовнутрь зайду. А, нет, еще тут на улице можно погулять. Народ со всего мира собирается. Ну, это здорово. Хоть голуби нас объединяют. Хоть в этом мы не воюем. Ой, даже не хочу говорить ни о чем. Good morning, how are you? Fine, how are you? Very good. What do you have over here? I got two tumblers. A pair of Fantail, a pair of Nun. I see all kinds, yeah. Yeah.
Turkish tumbler, takla, right? Turkish tumbler. Turkish tumbler, takla. Yes. Вот. They are very similar to the Russian one. Yes, yes. Да, птичка у него, конечно. Да, да, я по-русски говорю, да. Вы тоже говорите по-русски? No, but my parents. Parents. they spoke Russian when they didn't want us to understand. So we never learned. I hear you. So where's the parents? Where the parents were from? Richie, yeah. I gotta get 20. Good morning. For 20 for what? 20 for selling out here. You talking to me? Yes. I'm just gonna judge the show. That's it. I'm not selling nothing. Okay, so you get a pass. Who's this? No, no. I don't have a pass. I don't have birds for sale. Oh, who's this? I have no idea. Oh, I thought it was you. Morning, brother. How are you? Morning. It's yours? Good morning. Yours? Those are yours. All yours. the birds are yours or not? No, they're not. Okay, I hear you. Да, да. А этот парень стекольчик, между прочим, какие. Вот так. Все держат голубей. Секретарь шоу спрашивает. I'm just feeling for my YouTube. Секретарь шоу уходит и обелечивает. Ну правильно, он должен обелечить. Должен получить деньги со всех. А вот и Ярик пришел. Тоже знаменитый, известный голубевод. Так, сейчас пойдем вовнутрь. Так, вот тут вот будет проходить шоу. Вот один из судей. Hey, morning. How are you? Good. How listen, you how's your brother? He's doing good. He's great. In Florida. Great. Listen, quick question. Rani Ball still alive? Who? Rani Ball. Yes. He's good, right? How old well, is he? He ain't that good. He's about 86. Wow. 86, 87, something like that. Wow, thank you. Say hello to your brother. Так, вот знакомого встретил. Ну, тут знакомых лиц у меня, конечно, полный комнат. Good morning, how are you? Good. You helping today? I'm judging. Oh, you are? Yeah, yeah, I'm judging commerce, yeah. Oh, okay. Я спрашиваю, ты помогаешь сегодня? Я служу сегодня почтовых. Вот тут вот место, где будут снимать чемпионов. Все приготовлено. Это судейские клетки. Я спросил только что у знакомого, или жив один очень знаменитый почтовик по имени Рани Бол, о котором я хочу баечку рассказать. Он, слава богу, жив, ему 87 лет. Не знаю, ли он придет сегодня на шоу, но он есть. И это победа. Hey, hello everybody, we're here with Jerry Miraglia, president, the famous president of a club. Jerry, how are you? I'm fine. Okay, we were so pedantic. Jerry, how many years you are president of this club? 1975 till now. What wow. Is that? 75-го года он президент этого клуба. The club was founded when? What? The club was founded in 1965. 65-го. Who was the president back then? Frank Fischler was the founding president. Frank Fischler. I've heard the name. He was president for 10 years. Dead me till now. Wow, wow. Our club is one of the oldest in New Jersey? It is now. It is now. Philadelphia, South Jersey was older. But they gone, right? They gone. Вот он говорит, что наш клуб сегодня самый старый, потому что South Jersey, Philadelphia было старее, но его закрыли, и вот мы теперь... So we're champions, right? Oh, we're champions, automatically champions of a club. That's right. Thank you, Jerry. I'll talk to you later. Okay. Поговорим про шоу, как его устраивают и как оно проходит. Пошли погуляем. У меня появился оператор. Вот здесь находятся судейские клетки. Вот весь этот ряд – это судейские клетки. Аудитория находится с этой стороны, сидит. Судейство происходит столь. Разговаривать с судьями во время судейства категорически запрещено. Судьи разговаривают с аудиторией, могут. Пошли дальше. Ну что, в этом году что-то немножечко так. Ну так, первое бэйби-шоу всегда такое, потому что оно первое. Второе будет более организованное, и второе будет проводиться мобильно.
А вот это выставочные клетки. Вот здесь находятся птицы, которых будут потом, которые будут соревноваться друг другу и которых будут судить. Страшным судом. Пойдем погуляем по шоу. Шоу потихоньку наполняет. Но уже 10 часов утра, и как бы вот кроме шума ничего пока я не вижу. Hello, how are you? I'm well, how are you? Very are good. You? Thank you. I want one of each. You one of each, okay. If you want anything and you need help, let me know. Пришли знакомые, пришел пол с женой, и я вот им говорю, что если вам чего-то надо помочь, обращайтесь, пока я обязательно действую, я помогу. Пойдем посмотрим, что продается. Вот это как раз и продается. Какие забавные штучки, статуэточки. Я их раньше тут на шоу не видел. А вот эта секция, это секция то, что принесли на продажу. Знаменитые типлеры Стэна. Эти голуби летают по 15 часов. Он даже закрыл, видите, чтобы никто туда не лазил лишний раз. Вот какая-то, а вот, по-моему, какая-то бойная птица. Барлес почтовые. Почтовые, которые не имеют поясов. Они довольно редкие. They give me a good deal. I'm leaving. You want them? You can't give me a deal over here. I'm not a deal maker. I'm leaving. I'm a judge. Oh, you're a judge. Good business. Yeah. Да. Он мне говорит, я тебе дам хороший дил. Я говорю, нет, мне дилы не надо здесь никакие. Я здесь не дилмейкер. Это голуби, которые... ну, это декоративная почта, которые, видите, они барлась, на них нет поясов. Они довольно редкие. Летать на дистанцию эти голуби не могут, мозгов у них так особо и нет. Ну, вот так вот сделали. Давай повернем сюда, посмотрим на декорацию. Посмотрите, какая шапка у моего мэма. Love your hat. Can't have the same. Has to be different. Jack. There you go. That's it, buddy. Немножко знаменитый Нелсон сегодня не здесь. Он поехал на свадьбу. Там плыв дедушка, который держит флайтов 70 лет. Тоже не здесь. Он уехал на круиз. Зато у меня есть хорошая новость. Жив и здоров Ранни Бол. Знаменитейший голубевод, почтовик. Я не знаю, или он будет на шоу, я об этом уже говорил ранее. Но я собираюсь о нем рассказать правдивую байку. Но это совсем другая история, и будет это совсем в другом видео.